близко не встретила такого человека, как Михаил Иосифович. У него есть такие отличительные черты вот именно русской скрипичной школы. И куда бы я ни приехала, многие это отмечают. Я обрадовался, мне дали скрипку, я сказал, а где смычок? Он ездил на занятия к учителю на грузовике, а тайны мастерства постигал у великих русских педагогов. Здесь ничего не делал, и вот это вот ничего не поднимает. О наставнике и его учениках, известных по всему миру. О великой скрипичной русской школе. Смотрите фильм телевидения Сибирского федерального университета «Три поколения скрипки» на 7-м канале. В субботу в 20:00.